можешь со стартовой решать? Да, а где бумажка, что делать? Вот бумажка. Если непонятно, то вообще не Yeah.
где? Да знаешь, там надо пятку прям со всей дури, как это, в колени, вот так, не знаю, да? Опа, интересно, интересно. Блин, ребят, можете кто-нибудь воды подкинуть? Любой, просто обезвушивание, прям пипец. Лови! Ой, я куда кинулся, блин? Где овчинник? А то пересохло прям вообще пипец. Сейчас умру. Финал А. Все прошли? Дмитриев, Никиташин, Лизунов, Сорокин, Георгиевский, Мио, Банный и Емеля. Все пятки там все дури вжимают. Давай же ему болят. А так она едет, да? Тебе надо? А, нет, давай. Берешь меня? Давай. Четверка пиздец. Она сдохнет. Ну, кто ли ехал? Ну, кто ли садит? Сдохнет, двойка сдохнет. Сейчас сдохнет. Так она опять едет. Thank you.
Серег, пойдем периодически. Потому что его город загоняет, а прямо он просто уезжает, блядь. Ебать, что ворота здорово. Бля, ну что мы? Не бежи. Этап во всех смыслах. 30 градусов, машины ломались, аварий было много. Не все дожили до подиума, к сожалению, но все-таки. Полпозишн сегодня взял Алексей Дмитриев на своей домашней трассе, но, к сожалению, не дождался он подиума, потом его наградим. Награждаем серию Light. На подиум приглашается третье место Ельцин Андрей. С последнего обсига. Второе место. Я не знаю, когда это было последний раз, наверное, году в 13-м. 2011. В 11-м году последний раз этот человек был на подиуме. Александр Петров. Так, и победа. Серия Light, Кривошеин, Виктор. Рейсинг-тим, Кривошеин, Виктор и реактивные мишки. Серия Медиум, там прям филиал Диксандрома сегодня. Кто-нибудь из балласта остался? Балласта рулит, причем даже обратно. Сегодня хорошо. И победа, Евгений Мел.
Полоснули сегодня только в серии «Медиум». Переходим. Серия «Бо». Третье место. Команда «MX Racing». Никиташин Олег. На второе место приглашается пилот команды DNO Mexico Team, Racing Team, извиняюсь. Человек, который давненько не посещал наши гонки, Георгиевский Владимир. И победу сегодня одерживает человек, который перешел из финала Б, а ты в финале С не ехал. А, только из финала Б. Ну, хороший прорыв. BMW Team. Исаев Владислав. Третье место. Поздравляю. Маторович, да? Ребят, призеры, давайте все как-то на подиум. Общее фото. Давайте все, все, кто остался. Давай. Что же там сзади за мной болтался где-то? Спасибо. Следующий этап пройдет на картодроме «Маяк» в воскресенье, по-моему, 20-е, но в календаре указано. Через 3 недели. «Маяк» на клубе и в обратно. В обратно? А зачем тренировки? На тренировке потом сообщим в группе, вся информация появится на следующий день. Придется обратно тебе записать. Спасибо, ребят. Я там зрительку на обратную сторону. Да, тебе скорее всего. Ну ты подгадаешь какой-нибудь этап так. Я очень доволен. Я последний раз был на подиуме в 2011 году, и у меня было 3-е место. Это мой лучший результат, 2-е место. Я не знаю, ожидал я сегодня или нет, но началось все с того, что в любимой кофейне, где я обычно пью кофе, мне парнишка, который там работает, сказал: приезжай к нам в следующий раз с кубком. Я посмеялся, сказал: да-да-да, как-нибудь приеду. Потом то же самое сказал племянник, когда позвонил. И, блин, я, наверное, был просто обязан это сделать. А я не думал, конечно, что это будет 2-е место. Думал, что, может быть, будет 3-е. На самом деле, с утра я вообще об этом не думал, потому что я дико опаздывал и чудом успел сюда. Но я счастлив. Наконец-то еще один кубок в моей коллекции. И я надеюсь, что на этом не остановлюсь. Даже если это будет другой раз.